Короче, ребят, всем привет. Короткое видео, не удержался по поводу зеркал на BMW Alcar 6471 849. В интернете пробиваются как заменитель штатному зеркалу на BMW E46. По-моему, на 39 и еще где-то. Ну, короче, не суть. Левая, правая одинаковая. Запаковано, в общем-то, неплохо, пришло в пупырки, вот. Но, ребята, само зеркало, вот это зеркало BMW. Вот оно, зеркало оригинал. Вот, ну, по кайфу, да, оно там как бы не очень себя хорошо чувствует, но это оригинал. Теперь зеркало Alcar. То есть на видео, я не знаю, наверное, не очень хорошо видно. Вот, но оно прям, короче, но оно жуткое на самом деле. Здесь все четенько, здесь все видно. Здесь какая-то сплошная синева, как, я не знаю, старая жуткая кинопленка. Вот, и плюс оно само по себе еще, по-моему, искажает вот в этой плоскости. То есть я сейчас поставил левое водительское. Вот, ну, я его особо не смог сейчас нормально настроить. Так, чтобы это было привычно мне, потому что оно где-то дополнительно плавает. Вот, по поводу подогревайки. Ну, BMW-шную подогревайку все знают. Alcar. Ну, как бы крепеж. Крепеж чуть другой. Она более оригинальная. Здесь он крепится в рамку в родную. Вот они, заклепки. А здесь он крепится по-идиотски абсолютно. Сейчас покажу на что. В общем, что-то, короче, этим зеркалом вообще в крайне доволен, хотя, ну, вроде стекло греет, конечно, как не в себя. Я водительское уже поставил, ощутил это. Вот, но здесь все четенько, да, все хорошо видно. И здесь вот какая-то вообще какая-то синяя дичь. И причем, ну, реально, это не фокус камеры, то есть он реально чуть, ну, еще размывает, то есть, ну, нет такой четкости. Сам крепеж, как я уже сказал, если штатное зеркало, оно крепится вот сюда, то есть он такой щелк, и как бы плотненько, красиво стал, то это зеркало за счет своих вот этих вот ушей, вот какого-то, я не знаю, крепления, оно пытается закрепиться на вот эти вот уши. Но я вам скажу честно, я как бы левое поставил, но, блин, у меня что-то как-то, что-то я очкую. Мне так кажется, что оно может отломаться, просто вообще за здрасте. Вот оно какое-то само по себе мягкое. Ну, не знаю, сейчас попробую поставить, конечно, попробую посмотреть, помыть это все дело, но, блин, ну, что-то, короче, я расстроен. Короче, вот как-то так. Я их поставил, ставить их, это, конечно, еще тот КВН, потому что попадает одно ухо, не попадает другое ухо. Ну, что-то я вот как-то не пойму. То есть, ну, да, тут дикий срач. Да, я в гараже, в котором очень давно не был. Вот, но что-то мне подсказывает, что вот это вот боковуха воротен. Ну, блин, она как-то все-таки ровная должна быть. Ну, при всем настройке зеркала, ну, блин, ну, она должна быть горизонтально. На видео это не так видно. Вот, ну. Короче, что-то какая-то шляпа. Это не зеркала на самом деле. Вот, я однозначно не выкидываю старые, потому что у меня есть какое-то ощущение, что я, наверное, их буду, возможно, возвращать обратно. Что-то я не думаю, что я с этим ездить смогу. Посмотрим.